Этот изобильный край кормит весь Уэссекс. Покажи, что там впереди. Прибрежная часть сгорела. И все же нашими усилиями жизнь люнденцев становится лучше. Эйвор, мой дорогой норвежец. Почему мы плаваем вместе лишь по бурным волнам? Такова жизнь. Но в эти темные времена встреча с друзьями как проблеск света. Ты не унываешь, Стоу. Я рад встрече с вами. Любезности не жди, со мной лишь мой клинок. Проверим, что полезнее. Эйвор, миска ты лосиной мочи! Король Озвальд велел кланяться. Бротер, бродер, я ведь вас не перепутал? Я... Рад тебя видеть, Эйвор. Хватит мяукать, как несчастный котенок. Он хандрит с самой свадьбы. Вспоминать прошлое будем позже. Что, безумцы, готовы пролить кровь? После мерзавца Руда саксы будут для меня легкой добычей. Ты не первый человек, заснувший в дозоре, но самый громкий из всех. Я не хотел подводить тебя, Ярл Гутрум. Задремал лишь на мгновение. Я так устал. Как и все, мой мальчик, путь сюда был тяжелым. Но впредь не расстраивай меня. Понял? Мой Ярл... Я... О, прости... А ты верно, Эйвор? Я наслышан о тебе. Говорят, ты хорош. Посмотрим. Ярл Гутрум, бич саксов и разоритель юга. Встретить тебя большая честь. Похвальная почтительность. Надеюсь, бьешься ты не хуже, чем болтаешь. Эйвор намерен спасти Сигурда от безумицы Фулки, засевшей в замке Портчестер. Если ты хочешь стать королем Уэссекса, замок должен пасть. Союз выгоден всем нам. Мне обещали войско, но с теми, кого ты собрал здесь, не захватите сад какой-нибудь старухи. Здесь не все мои воины. Где остальные? Союзники в пути. Проявим терпение. Нам некогда их ждать. Выступим сразу, как сможем. С таким войском? Тебе не терпится попасть в Вальгаллу? Я не буду просто так сидеть здесь, пока Сигурд в лапах этой дряни! Нам нужно встать лагерем в лесах к востоку от Портчестера. Но мешают лазутчики. Я избавлюсь от них. Скажи, где они, и я ослеплю Фулке.
Один на дороге между Бригвортом и Чичестером, второй у реки к северу от Кроли, третий на холмах к югу от Кройдена. Это те, о ком мы знаем. Возможно, их больше. Придется рискнуть. Я найду лазутчиков, а вы отправьте людей к Порчестеру. Это неразумно, Годи, вороньих жертв. Мы будем уязвимы, если нас заметят. Хочешь победить? Действуй! Каждый час может стать для Сигурда последним. Надеюсь, они в тебе не ошиблись. Стань моими глазами, Сюнин. Лазутчик должен быть на этом холме. Здесь пахнет кровью. Смерть рядом. Кто-то нашел лазутчика первым? Растерзали. Волки все сделали за меня. Что ты видишь, Сюнин? Что ж там стряслось?
Фулке. Там, где и говорил Басим. Приказы Фулке покажу и Басиму, как только расправлюсь с лазутчиками. Нужно накинуть капюшон. Покажи мне все. Лазутчики мертвы. Басим и Гутрум ждут в лесах к востоку от Порчестера. Лети, Сюнин. Лазутчики мертвы, вы разбили лагерь. Видите, у нас все получилось. Посмотрим.
Каждый, кто вас видел, теперь умолк навеки. Уверенности тебе хватает. Уж это точно. У одного из лазутчиков было вот это. Фулке знает, что Кройнден пал. Собирает людей и припасы. Готовится к осаде? Если она укрепится в Порчестере, на спасение Сигурда уйдут месяцы. Все еще считаешь, что я слишком тороплюсь, Гутрум? Саксы! Идут с запада! Да, из-за твоей опрометчивости мы в дерьме. Фулки предупредили. Лазутчиков все-таки было больше. Что сделано, то сделано. Прибереги силы для битвы. Отступаем! Назад в Порчестер! Бегут, как зайцы! Догоним их, как псы! Голова уродца моя! Нет, я прорвусь к нему первым!
Не надо! Мы уже победили! Нет! Тебе конец! Пришла твоя смерть, Сакс! Твой друг ждет тебя! Ты бьешься за этот дряблый мешок костей? Сигурда Хилова? Если Сигурд погибнет... Вы принесли сюда своих ложных богов, как чуму. Но даже не знаете, кто вершит наши судьбы. Сегодня твою судьбу вершу я, Сакс. Я готов отправиться в последний путь. Узнать, что там впереди. Ну уж нет. Ты расскажешь Фулке об этом дне. И о том, что Эйвор придет и вырвет ей сердце. Я скажу Фулке, что ее враг слаб, и ему не хватает мужества закончить начатое. Ты пожалеешь об этом. Нет. Ты ранен, Бродер. Я отнесу твоего брата в лагерь. Он всегда был быстрее меня. Как я уже сказал, он всегда был быстрее меня. Первым вышел из чрева матери. Теперь первым попал в Валькалу. Даже в смерти меня обогнал. Я в этом виноват. Ты ни при чем, Эйвор. Он пошел своим путем, как всегда. Он свободен от боли и распри. Теперь его ждут битвы и вечный пир. Безрассуден. Говорил же, риск слишком велик. Тише, Гутрум. Обрушь свой гнев на Фулке, не на Эйвора. Это еще даже не тень гнева. Сколько моих людей уже полегло из-за его жажды славы. Несмотря на потери, мы одержали победу. Споры не вернут мертвых к жизни. Если клан Ворона так побеждает... Хотелось бы увидеть, как вы проигрываете. Что случилось? Уба, Сума, вы пришли в тяжелый час. И к битве тоже не успели. Тем досаднее. Я хотел вместе с ним взять Порчестер, но Фулки прознала об этом. Больше желания нет. Пойду на запад. Иди, но знай, что оставил меня в час нужды. Умерь свою гордость, годи вороньих жертв. И слушай тех, кто мудрее тебя. Эйвор. Если тебе есть что сказать, Гутрум, я слушаю. Если хочешь вернуть своего ярла, будь хладнокровен. Зачастую храбрость твой враг, а не друг. Мы не бросаемся навстречу смерти. Мы застаем врага врасплох и бьем наверняка. Собери людей, выжди момент. Только тогда ты победишь. Не все потеряно. Да пребудет с тобой мудрость Одина, мощь Тора и ум Фрейи. Спаси своего брата.
Гутрум говорил в гневе, но в его словах есть мудрость. Я внял ему. Гордость не мешает мне признавать ошибки. Значит, в тебе тоже есть мудрость. Мы не пойдем на приступ, пока не дождемся всех. А пока займемся делами. Нам нужен новый лагерь. Саксы считают, что мы ушли. А мы подберемся поближе. Вот здесь. Застанем их врасплох. Эрке, Стоу, поезжайте вперед. Вместе мы сокрушим врага. Нерадостно идти против своего народа. Но долг есть долг. Мы отправимся немедля. Люди Уэссекса, люди Альфреда, не твой народ. Они нам чужие. Затем нужно уничтожить все припасы Фулки в Суссексе. Да. Если она закрепится в Порчестере, нам не удастся спасти Сигурда. По ее приказах упоминаются Бригворд, Гилдефорд и Кроли. В Кроли делают оружие, в Гилдефорте еду. Бригворд — крепость. Там много саксов-воинов. Оба, твой топор мне пригодится в Гилдефорте. Сома, ты и твои люди нужны мне в Кроли. Хорошо. Я отправлюсь в Бригворд и оценю обстановку. Давай. Я приеду, когда захвачу лагерь саксов. Сердце льва и хитрость ворона. Гутрум был несправедлив к тебе. У нас полно забот. За дело! Сома и Уба, мне очень не вышло устроить вам прием получше после долгого пути. Меня печалит лишь то, что мы не пришли раньше. Нам нужно время, чтобы собрать людей. Сразу как сможем. Эрке, Стоу, вы готовы? Есть предложение. У воробушка предложение. Мерсия в ссоре с Уэссексом, но эти люди христиане. Может, я поговорю с ними? Нет нужды лить кровь. Не стоит поднимать шум. Я расправлюсь с ними тихо. Будьте готовы прийти на помощь. Положись на нас, Эйвор. Расправь крылья, Сюнин. Не стоит привлекать внимание.
Так быстрее. Мертвецы не спорят. Чувствую прилив сил. Лагерь теперь наш! Не так уж и трудно, да, Стол? Даже одна смерть — это много. Теперь нужно уничтожить припасы Фулки. Если меня узнают, будет плохо. Все готово? В этом городе пахарей и пастухов многовато воинов. Судя по одеждам, один из них Тен. С ним опасные люди. Ушли в длинный дом. Попробуем сжечь зернохранилище, не привлекая внимания Тена. Ха! Шутишь, что ли? В бой! Я уже давно не встречал среди саксов приличных воинов. Заметили. Не
остаемся! Сюнин, укажи путь. Thank you.
Тор дал мне сил. Что ты узнал? В Бригварте много воинов, на реке корабли. Всеми командуют два лучших человека Фулке. Людей Фулке убьем, корабли сожжем. Ослабленные и испуганные саксы не поддержат Фулке. Тот, кто испуган, беспокоится о себе. Мудро. Где-то в крепости. Уже иду.
хватит с Саксом плавать. Обойдем врага! Встретимся в лагере. У нас преимущество.